Татарский народ меня удивляет. Я казашка, я знаю, что татарский язык – это тюркский язык, я знаю, что мы понимаем друг друга. Но я настолько давно не слышала татарский язык, что забыла, как это звучит. Недавно вышел фильм «Слово пацана», и там актер говорит на татарском языке. Я слышу, как говорят на татарском языке. Это так красиво. Такой красивый язык, такой красивый народ. И почему-то мы редко слышим татарский язык. Я не могу найти очень мало контента в интернете. Я бы хотела, чтобы больше контент был на татарском языке. Құрметті тамашашылар, менің есімім Рузи. Слово пацана сериалында Маратны ойнадым. Әлбәтті, 80-ші жылдар турында мен қазір жақсырақ білем. Сөмкалардан сөйтіп біз көп видеоматериалдар қарадым. Зор рахмет. Қайырлы кеш. Еще у меня в голове крутится песня «Махаббат Пьяласа». Реально, это круто. Девушка поет очень круто. Язык такой красивый, такой нежный. Пожалуйста, татары, делайте больше контента на вашем языке. Реально, мы друг друга понимаем. Вы представляете, где-то в Америке встречаются узбеки, казахи, кыргыз и татары. И все разговаривают на своем языке, и мы все друг друга понимаем. И это очень круто. Еще я большой фанат Эльдар Гимадиев. Он находится в Татарстане. Он обучает играть на варгане. У него есть YouTube-канал. Называется Эльдар Гимадиев. И он и продает. На татарском я не знаю, как называется этот музыкальный инструмент. На казахском мы называем шанкобас. И вот эта форма листья мы называем жапырак. Татары меня поймут. Я у него чуть-чуть научилась играть на этом инструменте. Сейчас покажу. Вот. Вы же понимаете, для чего я это говорю. Просто у каждого народа есть свой язык, своя культура. И это необычно. Этим и отличаются народы. Сейчас я буду говорить на казахском языке, и меня поймут все тюркские народы. Татар еліне сәлем жолдаймын. Татар елі, татар ұлты аман болсын.